Здравствуйте, дорогие! Меня зовут Никита. Я израильтянка и живу на берегу Средиземного моря. А родилась я в Ташкенте, в семье ученых, актеров и режиссеров. Моя творческая жизнь видоизменялась с годами. Много лет я была певицей и гастролировала по миру с концертами. И однажды я оказалась в Израиле и решила задержаться на земле обетованной немного подольше. Случилось это почти 30 лет назад. А в начале нынешнего столетия я поступила в Академию ювелирного искусства и стала ювелиром, а впоследствии и скульптором. Мои изделия разбросаны практически по всему миру. Когда пандемия закрыла мир, и мы все обнаружили себя в замкнутом пространстве своих домов, своих квартир, я поняла, что нужен новый вид путешествий – краски и холсты. Сначала я взяла в руки кисти, но почти сразу их отложила и взяла в руки саму краску. И по всей видимости дуэт сложился отдельно от моего сознания. Очень часто я не могу даже вспомнить процесс написания или даже в моем случае выливания картин. Они удивляют меня так же, как и других, а со временем я поняла, как лучше их видеть. На них нежелательно концентрировать взгляд и, может быть, даже не искать привычных образов, а позволить сознанию войти в них. И тогда сознание начинает видеть то, что не существует на первый взгляд, то есть скорее всего, они включают в наши мозги какие-то другие соединения восприятия. Неиспользуемые до этого момента. Мне кажется, что в своих картинах я подталкиваю мозг смотрящего на них видеть не только то, что вижу я, но и образы, которые образуются в сознании смотрящего. Чаще всего я предлагаю смотреть на мои картины рассеянным взглядом, именно для того, чтобы уловить образы, скрытые от прямого взгляда. Картина, представленная на конкурсе, называется «Open your eyes» – «Открой свои глаза». Когда вы смотрите на картину вблизи, глаза на лице кажутся закрытыми. И по мере удаления от нее лицо постоянно меняется. И остановившись в нескольких метрах от картины, вы вдруг поднимаетесь, что вы смотрите в широко распахнутые глаза. Я закончу свой монолог тем, что я хочу пригласить вас в мою галерею, которая называется Happy Place – «Место счастья». Здесь вы сможете отдохнуть душой, напитаться энергией цвета и взять с собой кусочек счастья, которым я с вами поделюсь с огромным удовольствием. Ваша Никита Бен-Ами и Такара, который является практическим лицом бренда Никита.